Покупалась восковые полоски. Это то же самое, что восковые, ну, тоже против. Тоже так же обламывают они. Ну да. Какие проблемы бывают от этого после? Нет, нет, вы наоборот. Нет, пока не надо, потом. Сейчас я пробую. В итоге вот, я думаю, сдам платно. Приехала, говорит, нет, платно вы можете сдать только анализ, который до 4 дней готовится. А вот эти экспресс-тесты делаются у нас только бесплатно и только по предварительной регистрации на сайте. А на сайте написано как? Вы зарегистрируетесь, а наши специалисты посмотрят, пригласить вас или нет. Суть такая. Видимо. Выросли уже, они очень медленно двигаются к поверхности кожи. Мы их только высакиваем, можем удалить. Депилятор он наматывает на себя, валик наматывает на себя. Немножко больно, он дергает за луковицу. И когда он дергает за луковицу, которая в стадии роста, они еще растут, крепко держатся, еще ну вот растут, корешок у них есть, да? Как цветочки, да? Кто-то отцвел, уже опал, а какой-то вот растет. И раз, на, хорошо, все. Да, он обламывает просто. Он дергает за волосок. У каждого метода депиляции пинцет, депилятор, полоски, крем, у каждого свое. Допустим, крем похож на бритву, только крем более мягко, вы не царапаете кожу, не сбриваете кусочки кожи, как бритва. Бритва сбривает кусочки кожи, у вас раздражение может быть, покраснение, кровь где-то от того, что вы брили. Я долго на одном месте, хотя по идее раз-два и готова. Буквально 5-7 минут у меня подмышки. У вас долго, потому что у вас крепко держится, ну как? У вас объем, густота, два волоска с одного места. Естественно, первый выдирается тот, который не растет, а уже потом тот, который растет. Надо просто подготавливать эту кожу к следующей процедуре. Чуть-чуть еще. Нормально все? Да. А теперь депилятор, смотрите. Он дергает за волоски. Кстати, пинцет тоже. Но не так. Он наматывает на себя волоски и постоянно их дергает. Просто дергание за волос. Берешь, вот ты дергаешь. Да, да. И не сильно причем. Он наматывает, захватить не может волосок, длинный он захватывает. А короткий не может захватить, он его просто дергает. Волосок подскакивает. Не волосок, луковица подскакивает. Она подскакивает внутри под кожей, она в самой дерме находится. Дерме находится. И она подскакивает, и он боком деформируется, луковица. И волосок растет в бок. Он растет под кожей, эффект колготок, это когда на ногах, да, допустим. Да. Вы его видите, а достать не можете. Он до такой степени под кожей, но луковица уже повреждена. Она может восстанавливаться до полгода, даже больше, что этот волосок, пока она не встанет на свое генетическое место, луковица, у вас не будет нормального, вот это будет вырастание. Вы будете ковырять иголками, выдавливать руками, будете делать себе пигментные пятна, которые тоже проходить будут очень-очень долго. Уже и волоска нет, уже условно там все это частенько, пятно еще может быть. Поэтому давить никогда не надо. Берете присыпочку детскую, присыпаете, чтобы снять отек. Если там рос волосок, то естественно там может быть отек. Ну, прыщик там условно, да? Что-то еще такое. Присыпочкой подсушиваете кожу, уходит отек, и потом уже сам волосок потихоньку выйдет. Много, наверное, сильной информации вам говорю сейчас, но. Хочу рассказать про то, что шугаринг лучше. Вырываются волосы по направлению роста, как они растут. Ну, я сейчас даже чувствую по болевому этому эффекту. Менее болевому. Нормально. Ну, воск тоже там, ну, я бы не сказала, что сильно болевой. Это же зависит от объема волос опять. Много волос более болезненно, мало волос. Вот у вас, вы должны на следующую процедуру прийти через ровно 3 недели. Вы так подумайте про себя. Да ну, у меня там 3 волосинки. У меня мало. Именно вот эти 3 волосинки, именно в это время надо вырвать. Некоторые говорят, не-не-не, у меня не отросло еще. Пусть все отрастут. Не бывает такого, все не могут отрасти в один раз. У них 3 стадии. Одни отрастают, выпадают, другие в стадии роста находятся, а третьи зарождаются. Сначала одна партия волос уходит, потом другая. Поэтому... Лазерную делать операцию вообще. Лазерную делать, но это опять же, смотрите, это немножко опасно для здоровья, да? Вдруг да, у вас да, какие-то... Мне кажется, что это. Вдруг у вас это какие-то... Как облучение, да? Ну, маленькое такое, да. Поэтому там берут сначала кровь у вас на всякое разное, звездообразное. Там, конечно, надолго, но вы тоже заходите. Кто-то ходит, полгода никогда не хватает. Раз в месяц делается процедура.
дорогостоящее. А, и... И, ну что ж, такие-то напиши сейчас, секунду. Воздействуется путем воздействия на луковицу лазером под кожей. И только жесткие волоски, работа с жесткими волосками, те, которые зарождаются, лазер их не может найти. Поэтому несколько процедур, у меня одна девушка приходила, она ходила 2 года, раз в месяц. Она убирала здесь бикини и оставляла полоску. Да. Она говорит, больно. Лазером больно. Там обезболивающие есть. Mm-hmm. Вот, кто-то без обезболивающего делает, одна пришла смелая. Я не делала бейсбол себе. Такая сильная спортсменка. Ну, все равно больно. И вот она делала только на лобке, другая себе. А там губки оставались. Она приходила ко мне на губки. Другая пришла просто полоску убрать. Ну, интересно было. Ну, говорит, вот 2 года. Да, волос у нее нету, но кое-где проглядываются. Иногда потому что идеально ровно-ровно. Это придем посмотреть, что еще слышно какие-нибудь. Поэтому пинцет тоже не все волоски с этого первый раз удаляет. Даже вот брови начинаешь дергать, да, и там тоже раз дернешь, другой раз дернешь, не сразу.